Блин, прошло уже несколько дней, мастер пазлик все еще сидит у меня в вазе. Сколько у нас времени осталось? До 15-го, ну, кажись, до 15-го. Ну что, готовы? Теперь мы, кажись, готовы биться. Немножко побьемся снова по футболимся, я не знаю, какой хотите называть тут бред. Ну что ж, вот сюда нельзя сажать. Это, конечно же, странно. Почему не сделали что-то по-другому? Можно было придумать? Возможно, можно. Так, а где у меня пятилучники? Так, это уже интересно. Теперь нафига мне солнышки? Зачем ограничить количество солнышек? У меня и так слишком много. В смысле... Так, а почему бы это не сделать так, а вот это сделать вот так? Почему мне нужны какая-то стрелы здесь? Ну, войдемте. Египетская команда, бьемся. Пуск. Футбол. А, мяч, я забыл уже про мяч. Мне вот интересно, они будут сами пытаться пинать мяч в нас? Или все-таки якобы нам засчитается гол, если бы... В смысле, им. Если они дойдут все-таки до края. Надо как раз рано или поздно проверить это, знаете. Но не сейчас. Давайте в следующий... В смысле, сейчас мы... Так, бьем. Смотрите, сейчас у нас... Блин! У нас же это! Огневичок! Сожжет! Нет! Вот это беда, сейчас мы узнаем зато. Пыщ, 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 только огневичка не надо нам. О, мы забили им. Ха, как? Блин, слушайте, вот это уже плохая команда, видите, у нас какая-то кривая. Сложно победить с такими растениями-то. Может, это сложность такая самая сложная? Может, надо пройти на всех сложностях, чтобы открылись следующие вот эти команды для нас? Блин, это конец, мы узнаем, будет ли конец и что будет, если зомби с мячом дойдет. Ну, мячок. Он лидирует, не надо передавать мяч, смотри-ка. Ну-ка, интересно просто, что будет. А вот зачем мне куча солнышек, смотрите-ка. Забил его, якобы. Либо конец, как бы. Гол, да, гол, а вот это что? А это плевать, а те, что зомби остальные доходят, это плевать на них. Но все равно мяч наш, поэтому плевать на этого зомби. А вот зачем мне так много солнышка? Мы забили снова. Ну да, понятно, что мяч... О, давайте увеличимся, кстати. Передаем. Будем бить их сейчас. Мы тоже давайте всех поувеличаем. Пусть не сразу. Блин, где у нее звуки? Где у нее звуки? Сдавать такие вот. А в китайской версии? Ну, китайская версия, знаете, что тут бывает. Тут они звуки удаляют. Хорошие, красивые. Экономят место, ё-моё. Что будем делать? Ой, вот это беда. У нас идет по этой линии, поэтому давайте все-таки огневичка, сундучка мы запинаем. Так, мяч наш. Побеждаем. Не, все-таки здесь время ограничено. То есть 30 секунд осталось, видите, говорят. Или 30... Да, секунд. Таймер пошел, таймер. Ну, победили со счетом 2-1. Мы победили. Ура! Давайте пятилучник теперь использует свою силу. Так, всем это мяч пинается и падает в зомби. Да, мы не забили. Нужно сильно сделать свободную зону от зомби. Ай-яй, опять поджигатель идет. О, мы победили, да. Но остальных мы не будем сражаться, потому что следующие просто другие зомби, и все. Хотя это интересно, конечно, с этими растениями. Но нет, пожалуйста, нет. Пойдемте в обычный уровень, третий. Эх. Фасадик, пожалуйста. Что такое? Она опять кричит. Ну, этот пазликовый маньяк, он совсем уже. Так, что в этом уровне особенного? А, нам грохострельчик дают. Как говорит, используйте его. Знаете-ка, дикие. Кстати, тут в этой мире есть дикая версия вот этой Рафлинзии. Тоже, она ведь только в китайской версии, поэтому здесь у нас тоже. У меня ведь нет ее сейчас. Блин, у меня еще сейчас нет как Рафлинзии. А почему? Да так просто. Давайте пользуйтесь ведьмой тыкву. Это не тыква.
Вот ведьма тыква, где ведьма тыква? Вот ведьма тыква. Не будем сейчас. Давайте что-то из поздних использовать. Что, допустим? Читерную кусаку нет, ну читерно же. Давайте хотя бы его дикого. Не знаю, кактус может быть. Так, как это толкаются, ну что-то... А, ну как горохострельчик отталкивающийся. Почему бы не растение из того мира использовать? Ну и давайте еще вот эту фигню. Мы не взяли солнечные растения. Я понимаю китайский язык, поэтому... Теперь... Пока играете в ПВЗ китайскую, научитесь китайскому языку. На самом деле вообще нет. Нифига. Вовсе нет, отнюдь. Ё-моё. Давайте-ка. Что, может, что-то особенное? А, нет, просто зомби на месте. Хотя, возможно, может что-нибудь быть здесь такое супер-мега. Такое. Возможно. Ну, давайте для начала расставим нашу классическую отталкивательную систему. Давайте-ка будем один ряд солнышек. Это будет у нас сложновато слегка, может быть, немножко. Чтобы ради прикола. Не хочется только классическими растениями проходить это все. Хочется больше китайскими, да, всякими там странными. Ань, пинака, в смысле, динозаврик. Давайте-ка вот поставим его. Дыню сюда. Какую дыню? Так, не пинайся, отлично. А зомби совсем улетел далеко. Киви, киви. Хотя киви, поскольку похож на этого мира, но нет, киви никакому миру не принадлежит. К несчастью. Принадлежность его не определена. Он вырос. Хорошо бьешь, надеюсь. И назад вроде ему наскучно ходить, вот он и ушел. Ну что, мы готовы? Может, еще один из Африка, но нет, мы хотим посадить, знаете что? Я думаю, что вы вполне догадываетесь. А, вот и сели киви, смотрите-ка, во! Ну-ка, медленно вытягивается пузырик. Медленно сдувается в сторону. И падает туда, летит и... Бадум! Ну, мощный он, кстати, вы знаете. Так, не толкайте меня. Блин, сейчас напинают, ведь смотрите-ка. А ну-ка. Пуф! Исчез. А он сейчас не исчезнет, хотя нет, смотрите-ка. Пуф! Грибочек стал. Глобокс. Не шутим, да? Так. Давайте еще посадим эту дурацкую вещь. Вы помните, атакует самого правого зомби, а не левого. Он сейчас полетит подальше. Но зато, заметьте, в радиусе атакует, в смысле, всех там, кто там, бжжж, все там они зауронились. Уронили их. Кактус, и кому еще кактус нужен? Пуф. Магия тоже нужна здесь, там. Ну и кактус, не пускай, колется, пусть. Усилим кактус, чтобы он стал более... Таким, более острым, да? Вот, а ну-ка, ешь киви. Киви тоже толкается, заметьте. Ать, оттолкнулся. Смешно. Тут сбита какая-то. Ух ты. Слетела голова у него. Давайте рафлинзию полафутим. Что мы не полафутим? 5 пузыриков на каждую линию. Но, как видите... Но, как видите, некоторые летят куда-то вон. Отнюдь мимо. Все, вот и все. Еще динозаврики топтать растения не могут. Ха! Эти динозаврики. Ну, хотя я не помню точно, хотя... Ой, блин, мы забыли об этом. Кажется, уровень засчитался, да. Газонокосилки нам дали, каменные. Ну... Ну, не надо нам рекламу, нет. Реклама. Это не реклама, кстати, это акции. Акции, купите, купите эту штуку. Не надо покупать этот, не надо покупать, тоже не надо. Четвертый. Кто у нас тут новый? А, зомбёнок. В отличие от зомбёнков и других миров, вот этот зомбёнок в этом мире, он слабее зомби обычного.
а в других мирах он такой же прочности, как обычный. Странная штука, на самом деле. Ну, в ПВЗ первом он был как раз слабенький, как... здесь как раз он такой же. Маленький зомбёнок катится, как львёнок. Так, давайте-ка оставим Рафлензию. Зачем? Чтобы была. И возьмем вместо Рафлензии. Давайте яблоки. Почему бы не использовать яблоки снова? Которые останавливают. Ну и давайте все-таки использовать еще одно растение. Это вот этот вот. Примитивный стенорех. Так, что ничего удалим. Давайте-ка. Вместо такого будем использовать. Вот такое. У нас мало всего солнечного, поэтому выбора особенно и не бывает. Кактус, может быть, ставим, попробуем. Не знаю зачем. И какую-нибудь фигню еще, какую вообще самую наитупейшую, что можно взять. Не самую, но все-таки возьмем. Ну, как говорится, хотим, чтобы были разнообразия у нас тут всякие. О, сразу же посадка первой солнышки. Растение дает свои плоды. Собственно, не понял. А, ну так должно стоить 75, по-моему, оно в ПВЗ... Нет, в ПВЗ первом, в смысле, во втором, в обычном, то есть, оно стоит вроде столько же. Итак, собственно, в чем прикол этого стенореха примитивного? Во-первых, в том, что он восстанавливается быстрее, чем обычный стенорех. Видите, оп, уже можно сажать следующий. Это его главная особенность, можно сказать. А по прочности он вроде точно такой же, как и обычный стенорех. Много читерно слегка окажется, но в этом мире все почти растения читерные, включая ваши грохострельчики. А вот новый динозаврик, кстати. Вот, понимаете? Ну, стегозаврик, как видите, он печалился такой, отошел. Ну-ка. И неожиданно появился снова. И смотрите, что случилось. Он... Паум! Пинает зомби, да. И такое бывает. Давайте остановим его здесь. Зомби, встающие на его хвост, останавливаются, как видите, за них. И он пинает их... Просто пинает. Но не так сильно, смотрите-ка, он может... Пинаться не просто пинаться и ушел. Куда ушел-то? Видимо, лимит кончился у них пинаний. Ну. Знаете, удобрение смесь становится окаменевшим. Да, забавно. Он что, моркает, что ли? Показалось мне. Каменный моркает. Не должен. Ну, естественно, никуда не деваются наши другие динозаврики. Давайте поставим кактус. Ай. Здесь он не дойдет до того места, нет? Не дойдет. Итак, смотрите-ка. Несколько зомби могут пинать их нас сразу на несколько линий в разные стороны. Как видите, всех троих повсюду. Повсюду везде. Что посадим? Давайте-ка вот эту. И Рафлензии, почему нет? Как видите, не только на свои линии он пинается, он еще на разные линии пинает. Вот это его фишка забавная. Стегозавр, хвостозавр. Егозавр. Шутки, да? Так, ну дракончик нам не печален. Так, эта штука вроде ускоряет растение, да? Оно ведь ускоряет или я забываю постоянно? Быстрее бы сейчас сдувать, нет? Невозможно, возможно. Ой, их много, смотрите-ка. Будем сейчас всех. Всем пузырьки летят, они только летят еще. Итак, хвостики появились. Что будем делать? Спасаться. Ай, хватит лучше. Ой, кого как кактус. Ну, пусть кактус. То есть они не успевают доходить даже до хвостиков. Что ж такое-то? Ну и ладно. Нам-то лучше. Мы-то лучше знаем. Что мы знаем? Стегозавр тоже один из пакостных. То все динозавры пакостные. И вот этот вот синий. О, встал на хвост? Нет, еще не встал на хвост еще. А, нет, встал все-таки, ай, пнули его. Ну, ё-моё. Ну, ничего, сейчас его. А, его уже так уже. Да, легкотня какая-то. Ну, потому что растение мощное. Или что? Ну, лично Рафлензию не называть такой, а вот... Эти яблоки, конечно же, чит-чит-чит-чит-чит-чит. Да ё-моё, я не хочу ваши подарки китайские покупать. Ну хорошо, что хоть не русская реклама, они не адаптируют рекламу для языков. Ну а здесь, думаете, будут это делать для всех? Что дальше? Мини-игра!
скорее всего, конвейерка. Видите, опять зомби нас не гигал. А, в этом мире, кстати, очень мало особых зомби. В смысле, почти даже нет. Фишка вся динозаврики. Вся фишка это динозаврики. Никаких... О, здесь стегозавр идет уже. Никаких что, никаких, никаких новых зомби. Не, в смысле, есть какие-то кое-какие. О, а вот у нас обучение вот этой штуки. Ну, я ее сижу показывал, кажется. Когда... этот... мина. В какая мина? Как его зовут? Растение корешок превращалось в него. Как ружьевая бомба, только при этом еще разбрасывается. Кто не знал? А кто не знал об этом, да? А этого не показали, что он придет, смотрите, что-то он... Ну, сможешь сейчас посмотреть, смотрите, как он будет выходить туда-сюда. Ну-ка, давайте-ка отходить от него лучше. Хоть в разные стороны, так мило, да, когда они в разные стороны ходят. Все, это нас спасет от него. Он уже обиделся, ушел, ну вот. Вот черепоголовый. Вот и остальные. Ну, сможешь ли мы его сейчас с этими камешками забить? Нет, не сможешь, они все-таки рикошетят от зомби. Они пинаются. Отойдите лучше к этому, к арбузику. У меня много силок, нет, надо взрывать, надо бы взрывать, надо бы взрывать, надо бы взрывать, надо бы взрывать. Что же делать, что же делать? Взрыв срочно нужен! Ай, держим, держим их. Нет, зачем я это сделал? Эй, беда, 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 беда. Я потратил все свои бомбы в никуда, зачем, да? Бы-бы-бых. Есть. Но не совсем есть. Смотрите, кто у нас сверху остался. Еще бомба, пожалуйста. Спасибо. Так. А теперь пинаемся. А чё вы не туда пинаетесь? Ну, интеллекта пинания у нас нет. У них нет. Они пинаются в самые неудобные для их для них же места. Так, пинаки пошли. Ой, они уже сдохли. Ой, это я, конечно же, не совсем. Давайте поставим чесночок, чтобы они отошли к арбузикам, ну-ка. Или взорвем их просто поначалу. Так, стегозавр как? Стегозавр сейчас пнет этого, кажется, да? А, видите, он еще голова кружится. Пока их там пинают. Хать! В рассыпную почти распинают их. Так. Это плохая идея немножко, хотя кто знает. Бомба в студию. Чесночок. Все в одну линию. Ой, что же мы наделали? Пожалуйста, бомбочку. Ну, благодарим за не бомбочку. Бомбочку! Только бомба нас спасет сегодня. Спасибо. Успеет. Есть. Но не все еще так просто. Не так быстро. Держим его. Потратить все бомбы на простых зомби, да? Да. Просим. Спасибо. Как видите, они улетают вправо и улетают совсем. Поэтому... от левого края они отскакивают. Вот такая вот фишка. Я думал, что они от всех отскакивают, оказывается. Вот так оно. Мы получили грохострел легально, в смысле... как подарок! Унесите, унесите. У нас кончается серия. Это почему? Лично я бы предпочел бы, если бы следующий уровень была бы мини-игра. Полосатый, но нет. Никого нового, но динозавр, возможно, новый. Хотя какой новый динозавр? У нас столько уже всего. Что у нас повыдают всякого, да? Ладно, давайте закончим. Мы прошли сегодня 2, 3, 2. Пока. 3. Пока.